Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Карасева Наталья, компания «Альфа Сервис». Мы занимаемся обслуживанием коммерческой недвижимости, а конкретно клинингом. Убираем торговые центры, складские комплексы, бизнес-центры, объекты коммерческой недвижимости. Скажите, вы работаете только с крупными заказчиками, либо вот, у вас абсолютно разный спектр ваших клиентов? Ну, конечно же, у нас разный спектр клиентов. Мы работаем и с крупными лидирующими заказчиками в отрасли, такими как торговый центр «Авиапарк», «Фимол», «Соларис». Но наряду с этим, конечно же, обслуживаем и мелких более клиентов, например, арендаторов данных торговых центров. Поэтому мы, естественно, рады всем клиентам, готовы посчитать и обсчитать бюджеты. Хочу отметить, что наша компания работает полностью в белую. Мы активно участвуем в проекте обеления рынка клининга, поэтому мы работаем через саморегулируемую организацию Ассоциации клининговых и фасилити-операторов. С нами совершенно безопасно работать. Чисто во всех смыслах. 100%, да. Где найти вас на выставке? Потому что я уверен, у наших зрителей будут вопросы по своему бизнесу, и надеюсь, вы сможете их решить. Мы выставлены на стенде Mall Expert. Это, скажем так, маркетплейс поставщиков для обслуживания недвижимости. Добро пожаловать на стенд Mall Expert. Мы надеемся, наша выставка будет вам полезна, и много новых клиентов вы здесь найдете. Спасибо вам большое. Спасибо вам, да. Мы уже пообщались с большим количеством потенциальных заказчиков. Выставка очень полезная и интересная. Спасибо.